Эта дверь сейчас заперта. Пожалуйста, освободи меня! Спасибо тебе. Только герой способен на такие подвиги. Когда Зевс приказал всем уходить, я надеялась, что наконец-то покину это место. Я пыталась уговорить его присоединиться к семье, но мечта об абсолютной власти вскружила ему голову. Затем я решила идти одна. Он не желал меня слушать и приковал меня здесь. Он все еще надеется, что когда он победит, я присоединюсь к нему. На это я никогда не пойду. Персефона, дыхание весны должна нести новую жизнь, а не войну. Но мне с ним не справиться. Тебе придется сразиться с ним, и пусть его спесь станет причиной его гибели. Войди в его дворец, сразись с ним и избавь нас от этого безумия. Торопись. Если Аид узнает, что я на свободе, он будет искать меня и копить силы. Он должен считать, что уже победил.
Thank you.
Настоящий маг подобен орлу. На своих крыльях он парит над миром. Больше ничего не нужно.